На авиабазе в городе Кубинка с 1952 года дислоцируются 237-й гвардейский, Проскуровский, краснознаменный орденов Кутузова и Александра Невского, центр показа авиационной техники имени Кожедуба. Центр отмечает 84-летие. Летчики хранят традиции. Над Красной площадью 9 мая в День Победы можно увидеть кубинский бриллиант. Это визитная карточка пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Российские летчики первые и единственные в мире выполняют совместный пилотаж на разных типах самолетов МиГ-29, Су-30СМ и Су-35С, новейших отечественных сверхманевренных истребителях.